Хоп, хей, ла-ла-лей, появились мы здесь. Ебать, он скачет, конечно. Бля, у него шипы такие боковые охуенные. Ебать, он с горки чешет. Ты принял, нет? Да. А где ты? А, вон ты. Я тебя еще не вижу даже. А куда бежать-то, блядь? А где большое озеро? Не знаю. И сидя возле этого, подожди, сейчас я посмотрю. Где-то. Кто ты пропал? Ты же был. Стою. На месте. Ты у меня исчез, я тебя не вижу. Так, где я, блядь, вообще нахожусь, нахуй? А, мне вообще четко, блядь. Да? Да. Иди ко мне, беги. А я тебя не вижу. Меня видишь вся? Да. А я тебя нет. Бля, так ты, наверное, в жопе мира где-то. А, вот, вижу. Иди на меня. Просто посмотрел на тебя, блядь, в твою сторону, и вдруг... На меня иди. Иду. Просто прямо беги, все, я тут буду ждать. Просто прямо ползу. Бля, ебать, у него шипы, конечно, мое почтение. Угу, такие массивные, да? Вообще, вот он реально стрёмный. Самого сейчас убивает меня. Вот так, подойди кустиком, нажми контр. И пойди бей, короче, понял, такой раз. Из-под тяжка в Рекс такой. Ух ты ч. Какие кнопки-то есть тут интересно, кроме ударов. Бабам. Ой, блядь, а нахуй я прыгнул. Блядь, стамина моя! Зеточка. Все, я сейчас сдохну. Че ты, упал? Да я в воду нырнул. А глубоко? Ой-ой-ой-ой-ой, как же глубоко. Так они рыбу, кстати, вот эти, понял, уже можно рыбу ловить. А, да я видел, да, там за спины, сейчас за звуку, по-моему. За всех вообще. За всех можно рыбу ловить? Да. Ебанулся. Динамик такой несется, короче, как Тём, блядь, цепляет ее. Чпау! Прикинь, на серваках, короче, где будет межвид. Тупо на Рекса запрыгиваешь на голову, тут же коллизия есть. И все, он тебя несет куда-нибудь. И ты такой, короче, с прыжка на какого-нибудь, на пуэрту какой-нибудь, на шею ему хуяк. Паркуристи там, блядь. Ебать, блядь. Тут я уже такие мувы продумал, если они будут работать. Просто, ну, по крайней мере, в Исле у Донди, когда он показывал, типа, он там вроде... А, нет, он не запрыгивал, да, он не запрыгивал на других диносов. Типа на спину. Нельзя было. Но я надеюсь, можно будет, что коллизия полностью будет работать, что, типа, прям на Рекса можно прямо на спину запрыгивать и бегать по спине. Ну, или по Эрте. Ну, и, если ты маленький динос какой-нибудь. Ой, берем вот это. Ща. Ой, красота. Сервер рестарт. Че сервер рестарт? Этот? Да. Когда? Через полчаса. А, вау. Тогда скачем. Я вроде в твою сторону несусь, уверен. Блин, как красиво вообще, мне очень нравится. По сравнению с титанами, даже вот этот туман, он, блядь, симплотный. Ой, по сравнению с титанами, блядь, вот дебил. По сравнению со слой.
И звук вообще очень нравится. Такой приятненький. Здорово. Я видел, короче, типа в новостях, что будет карта, и ты типа сам ее изучать будешь. Ну, типа, она будет пустая, и ты будешь бегать, и у тебя типа туман войны, знаешь, как в играх этих паркрафт и так далее, типа, ну, разведывать будешь территорию. Хоть карта будет, блять, а то вечно вот мысли, ты притереснешься где-то и такой, ебать, где я? Особенно поначалу, когда только начинаешь играть. Тебе угорают уже. Остановись, просто остановись. И на F-ку нажми и смотри на морду его. Бе! Бе! Мне он пятерку больше нравится. Труханулся такой. Надо из воды вылез такой что-то. Где это там, блядь? Че, там да, блядь. Где ты, я тебя? Ты опять меня пропал. А, вот. Шлюпер. Я найду тебя, шлюпер. Тык-тык-тык-тык. Блин, мне вот этот Динос вообще нравится. Сука, почему он травоядный? Добавили бы ему хищную морду. Был бы хищник. Можно было бы косить всех. Что там уснул? Почему? Я иду к тебе. Ты же через всю карту там бежишь? Да хер его знает, наверное. Все может быть. Где мы там резнулись? Виткуль мне знать. Блин, что за подсветка сраная этого динозавра вокруг такой, знаешь, фоном? Типа... Что происходит? Я очень странно заладил наверх. Короче, лучше от регениста не дрожи. Опа. Так, что тут у нас? Ложимся, получается. Тап-квесты. Ачивки. Это они заблокированы, по-моему. Вот ачивки заблокированы. Квесты
Нет, тут как-то этот вертроп не говорит, вот галочка. 640. Вот финт локейшн. Рокфелл Хилл надо найти. Кого? 50 монеток дадут. Рокфелл Хилл. Я не знаю, где это. Можно, вот, типа, тречить. А где он коллег, тречит его? Коллег 50. А, там грибы собирает, вот, типа, да, понял? Да, да, там много разного всякого. 500 монет не дадут, если я все сделаю. За грибы? Что-то Аккорнс, потом Люшес какой-то, Амантия. Мухоморс, походу. О, коллекс 50 каких-то, да, нац. Нац это орехи. Лайнстон паунд. Кто-кто? Коллега. Ну, там тигр нац какой-то. Ну, типа, вон там всякие, типа, дойди до локации такой-то. Как бы не знаем, где это. Знаем, карта есть. Где ты там лазишь ты? Да бегу, блин, тут же карта гигантская. Я, может быть, на мутном, а ты, блядь, на близнецах. Вот жди. 20 минут. Какая дойду, блядь. Ого, тут обрывчик. Сейчас встречу кого-нибудь пиздюлей получу. Партия, плеер лист. 44 онлайн. О, Sleepy Gained. Блять, сука, зачем я квест скипнул? Я бы сейчас уже квест сделал. Я дошел до этого. То, что у меня в квесте было. А что ты делал? Получил бы 50 монеток. Что тут на орехи какие-то, что здесь, не понял. Ну искать, типа, надо грибочки, орешки всякие, собирать их. О, я уже близко очень. Я уже тебя вижу. Я уже к тебе прибежал, блин. Ой, прибежал он. Девочка моя. Слышишь меня? Не, не слышу. На нахуй. На зетке или ты, а ты приседи, ползет, блять. Я чисто в кусты так засел, такой смотришь, да, пиздец, я вообще незаметный, блять, такая хуйня, сколько такой. Не, ну рекса, да, можно, конечно, блять, на этой штуке кошмарить, мне кажется, кого-нибудь неповоротливого. Че он жопой бьет один хрен, бам, нахуй. А вот смотри, вот так вот. Просто на тебя кто-нибудь напал. Ты на зеточке такой раз. Как там? Вот так. И погнал. Да-да-да. Жопой на него. Все время жопой к нему. Вокруг. Ну это имба, это имба, это имба вообще. Было бы такое за стегу, блять, это пиздец. Ну как вообще, как к нему подходить? Ему и так не подойти, а с такой штукой это вообще нереально. Ну хрен, пойдем. Я в Занкилу даже играл. Просто идешь на чувака жопой к нему. Ты идешь? Да, я тут бегу, несусь. Куда ты бежишь? А, блять, нет! Пиздец. Мне фартануло то, что тут невысокий. Гарим за мной, Дима. Если бы я... Сверху салу пизданулся, сдол бы, нахуй. Бля, это так пролетел нормально. О, музычка какая-то заиграла. Хотя у меня музыка выключена. Да, у меня музыка на ноль. Чё это было? Может, кто-то сейчас будет тут махач какой-нибудь. Ладно, включим музыку. Может, будет какая-то музычка. Ой-ой-ой. Тут
Это не ты. Это я. А, это ты? Стамина уже все. А, ну давай, я тебя заторможу, блин. А у меня тоже стамина нету, я пешочка. Я лягу, полежу, отдохну. Чисто по кайфу. Слышишь, ну надо по-любому, если серваки сделать, надо будет по-любому сервак открывать. Ну я думаю, они сделают по-любому. Че ты там идешь, нет? Я валяюсь, чё, у меня стамины ноль. Ну уже... Ты хочешь? У меня уже вся восстановилась. Так ты пешочком шел до этого? Нет, я лежал. А потом полежал. А я скакал. Так я тоже. У меня фул вообще не было. Так а ты ложись полностью, когда засыпаешь, она быстрее легенет. Да, думаешь? Мне кажется, очень легко. Да, то есть не вот так вот? Я понял, как полностью. Ой. О, озеро какое-то. Вот. Есть эти динозавры? Нет, я же там заспавнился на этом озере. А, да? Да. И почему тут никого нет? Где все, блин, суки? За мной иди. Дима, как по бездорожью, по-моему, это будет. У тебя очень далеко слышно. Ты несешься. Ой, блин. Господи, блядь. Тупо вазик. Какой-то... Шпастый вазик. Опа! А я что-то... Туранс Горн какой-то открыл. Карту открыл. Да. Трик-трик-трик. Все. Стамина нет? Ноль. Я хочу уже, когда добавят юту. Хочу юту. Вот это вообще, наверное, будет. Наверное, прыгать будет как ненормальное. Ну, иди на них недалеко, не высоко прыгает. Ну, юта-то больше пихать должна. Нет, он же по массе больше, ему тяжелее прыгать. Пойдем. Ну, идем. Какие же забудки, чипы. Нихера горка. Кабачки чисто несутся. Сигай. На, блять, это та! Вообще похую, да? Му, блять. Му. Тут урон от падений, наверное, на этих серваках выключен. Такой, му. Я помню, на каких-то серваках я со спиночек как-то наебнулся. Ну да. С такой высоты. Тут на каких-то выключен урон от падений, походу. Каких-то включен.
Опа, это ты? Ты это я, да. Бо, ты как свинья сзади бежишь. Ты свинья сзади бежишь. Это на четверку, по-моему, была. Нет, это единица. О. Беги на пятерку нажми. Да я знаю, башку трясет. В разные стороны. Чисто панк, панк. Он так и трясет, еще в разные стороны. У меня какой-то цвет селедки какой-то. О, я знаю это место. Какое? Вот здесь. Мы пытались как-то залезть на это бревно. Попустил. Пополз, пополз. Ебать, я в домике влезь. А чё, я могу так... А так? О. Сидя проходит. Все, застрял. А нет. Потихонечку карабкаюсь. Давай, 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 давай. Вылетай туда. Все, застрял. Нет, выхожу потихоньку. Давай, выходи туда. Ты застрял, по-моему. Нет, да близко, вот, он мне тыпается по чуть-чуть. У него уже башка торчит, уже все торчит. Во, сейчас, а там вода внизу подо мной? Там вода подо мной? Не знаю. Давай, падай уже. На ноги. Здрасте. Бля, я это на превью поставлю. Бля, сейчас надо было идти взять, слышь, который плавает, и он до того плавает. Кстати, да. Зухича какого-нибудь. О, стой там, подожди. Залези, тварь это. У. Бля. Не, она не залазит, мы же пробовали кучу раз. Не лезет она туда. Наверх не лезет? Не, не хочет там залезть, прямо на этот. Там он проваливается. Да, вот здесь. Сука. Может на один, а на нихе это... только, если каком-нибудь. Это прикол, конечно. Я вот так встану, буду тебя сейчас кричать. Рапунцель, блядь. Усюка. Надо взять этих. Пау. Водоплавающих надо взять. Пау. Ну можно, да, попробовать туда. Ну, хуй знает, что там на остров. Это сюда дойти еще надо как-то умудриться. Дойдем, я карту знаю. А, да? Ну все, погнали. Можно спиннич взять просто, да, хуярить сюда. Да? Ну спиннич тоже плавает. Так я не помню, у кого стамина больше, в спиннич или в зухи? Не знаю. Надо того, кто пошустрее. Зухич, наверное, шустрее же, чем спина. Наверное. Ебать, конечно, деревья тут. Мое почтение. Угу. Ты тут по кайфу, да? Смотришь ты наверх, на все смотришь вообще четко. Мне нравятся кусты здесь, блядь, спрятался, и все пиздарики. Джувиком каким-нибудь вообще хуй найдешь. Выживать будет проще малым. Ну, кто боится, ну, кто не умеет, типа, этот, какого, выращивать сединосов. Просто, блядь, сел, ну, типа, блядь. Тут эту хуйню ты легко спрятать. А вот, а что? Ну, да, вообще, блин, раз. А если вот так вот, смотри. Не, ты вот. Ты еще зеленый, тебя вообще не видно. Смотри. Все, нету просто. Раз. И все. Че, берем? Че, зухичи? Че, логаут, да, делать надо? А через сколько сервак выключится? Успеем мы сюда дойти? Да, успеем.
Че, я врезался в тебя? Вот. Давай.